Доброго времени суток всем, друзья! Еще раз поздравляю с наступающими праздниками. Ну а мы продолжаем наш обзор Arma 3 Altis Life Остров Тиранос. Ну и напомню, что в прошлой серии, после того, как я проехал блокпост, на меня, как из рога изобилия, посыпались неприятности. Мне не оплачивались доставки, у меня не заправлялась машина, в конце концов я еще в самом дальнем углу карты и заглох. Ну и как последствие моих неприятностей, которые со мной произошли в первой части, как видите, у меня до сих пор нет денег, ну и я хочу есть, хочу пить и не знаю, как с этим бороться. Я бегал здесь все, вот, и посещал бары, магазины, в общем, я сделал такой круг почета по всем магазинам, не мог найти еду. Единственную еду, которую я увидел, тут и вот у этого мужика продается некая сосиска. Вот она выглядит так. Вот есть сок и есть сосиска. А где привычные для этих проектов там консервы, хлеб, бифштексы бывают, продаются. Я так и не понял, где это искать. Оббегал все, посмотрел все. Может, думаю, что в первой части я что-то пропустил. Даже одежду посмотрел, проверил. Я прочекал всех. Еды нигде нету. Я ее не нашел. Напротив магазина должен стоять ларек. Бывает такое, что продается вот в таких вот ларьках еда. Но здесь продается какая-то кукуруза, картошка, там, в общем, семена какие-то. Я не понял, зачем это. Есть еще ряд магазинов, которые стоят вот здесь подаль немножко. Я и их проверил. Нигде еды нет. Ну, в общем, помолившись, я побежал к своему единственному транспорту, доступному мне. Естественно, на почту. И вот тут хорошо показан плюс вот этой работы в почте. У тебя всегда есть свои колеса. Да, на них нельзя фармить, у него нет багажника, но зато им можно пользоваться как своим транспортом. Вот в данный момент мне хоть бегом беги. Если бы не эта машина, я не знаю, что бы я делал. Вот я ее взял, приехал в полицию. Так как я уже говорил, что здесь всегда тусуются полицейские, естественно, я его здесь встретил. Полицейский оказался вежливый, адекватный человек. Ему я и попытался разъяснить свои проблемы с оплатой, с тем, что у меня не заправляется машина. Ну, естественно, что он мне этим, в этом, вернее, помочь-то особо и не смог бы. Он же не программист и не разработчик этого острова. Он просто предположил, что, скорее всего, эта работа пока еще сломана. Но он помог мне деньгами, за что, опять же таки, огромное ему спасибо. Он мне дал миллион. Ну, на тот момент мне казалось, что все, я миллионер, мне можно больше ничем не заниматься. Я поблагодарил доброго полицейского, положил денежки на счет. Кстати, это надо обязательно делать, медиков на острове не было, а если что-то случится, то денежки все пропадут. Ну и побежал первым делом в магазин покупать машинку, раз такая сумма мне упала. Машинка оказалась стоит 400 тысяч. Ну, потому что машинка не абы какая, это обычный КамАЗ. Хотя можно было бы там купить что-то и подороже, но это был бы стандартный грузовичок. Да и он очень большой, и тяжелый, и неповоротливый. КамАЗик чуть-чуть побыстрее. Хотя тоже не особо побыстрее и очень-очень шумный. Просто пипец какой КамАЗ шумный. Не знаю, но мне кажется, что это единственная модель в Арме, которая в кабине шумнее, чем снаружи. Или, может быть, мне так кажется. Ну, не знаю. Ну, в общем, я взял этого КамАЗика и поехал закупаться. У нас же еще надо приобрести лицензию, надо приобрести лопату, кирку там. Ну, смотря на что поеду сейчас, соображу. Ну, и пока я там бегаю и закупаюсь, надо сказать, что вопрос с деньгами-то решился. Ну, потому что попался мне такой добрый человек, да? А если бы не попался, вот что мне делать, я даже не знаю на самом деле. И заметьте, до сих пор у меня жажда и питание, шкалы падают. Я до сих пор ничего не ел, ничего не пил. Ну и если с водой я могу еще разобраться, то еду я так и не нашел. Я бегал все. Где еда, я не понял. Я купил фляжку. Ну, где стоят эти фонтанчики, я уже наизусть знаю. Естественно, я наполнил фляжку и жажду я утолил. А вот с едой проблема. Хорошо, я встретил еще одного полицейского. Я попросил его разъяснить мне, что происходит за проблема с едой на этом проекте. Он был, как и предыдущий полицейский, тоже очень учтив. Он меня отвел вот к этому, вот это называется аукционер. И объяснил, что все продовольствие можно купить только здесь. Эти сосиски по полмиллиона не шутки какие-либо. Я спросил у него, а где взять простую еду? Какая? В магазине нет еды. Да, только через аукцион, либо у людей покупать.
И да, вы не ослышались. 10 штук сосисек стоит полмиллиона. И это единственная еда, которую я могу где-либо найти. Но я должен напомнить, что при входе на остров мне дали подъемные деньги 100 тысяч. То есть 2 сосиски. А КамАЗ, который я купил, стоит 400 тысяч. То есть меньше упаковки сосисек. И теперь сумма, подаренная мне полицейским, мне не кажется большой. И, кстати, спасибо и вот этому полицейскому, он угостил мне, как видите, шкала питания у меня заполнилась. Но где взять следующую сосиску, я понятия не имею. Полмиллиона у меня нету. Я потратил на шмотки, потратил на КамАЗ. И вот сейчас выдвигаюсь добывать себе хоть какие-то денежки. Хотя абсолютно не понимаю, сколько же здесь тогда будут платить мне за ресурсы. Я поехал на медь. Что это за экономика, где питание стоит больше, чем транспорт, я понятия не имею. Ну вот я добрался до точки. Точка, надо сказать, выбрана прикольно. Ну, добавлены скалы, добавлена некая куча какого-то сыпучего материала. Но я бы добавил эти кучи лучше бы, наверное, на песчаный карьер. Как-то не очень это сочетается с медью. Ну ладно, все равно, что-то уже сделано, и пусть будет так. Добавлены, как видите, слева стоят скалы. Ну вот так выглядит добыча. Сразу видно, что добыча не быстрая. Достаточно продолжительное количество. Зациклен сам рабочий момент. Вместо 3 взмахов он их постоянно взмахивает. То есть просто зациклили. Вот видите, такой рывочек небольшой. Обычно делается 3 взмаха, и потом персонаж стоит. Ну, здесь молодец, человек зациклил. И он не просто стоит, а после 3 взмахов опять начинает. Вот он опять начал. Ну, надо сказать, это прикольно. Персонаж не стоит без дела, все время машет киркой. Но процесс сбора совсем не быстрый. Как видите, ну долго, долго он копает. И если вы думаете, что на этом все, нет. Надо еще и собирать кучи. То есть прошел цикл, побежал, собрал. Ну, на мой взгляд, долговато все-таки. Долговато, нудненько это, нудненько. Я всегда в своих обзорах говорю, не надо мучить игрока. Не надо. Пускай работает персонаж. Но здесь же так не получается. То есть, помимо того, что вот, чтобы он начал вот этот цикл, мне надо нажать кнопку, левую кнопку мыши, да? Потом надо подбежать и зажать пробел «Собрать». Ну, можно начать колотить на этом же месте, но тогда куча сдвинется. Поэтому я все время отхожу. То есть, я все время при деле. А это, ну, не есть хорошо на самом деле. Ну и понятно, что разработчикам, держателям подобных проектов нужны рычаги воздействия на игроков, которые будут принуждать их покупать випки. И вот этот вот долгий и нудный процесс как раз один из таких рычагов воздействия. Не хочешь долго и нудно ковыряться, иди и купи випку там 3-го уровня. И все у тебя будет быстро и хорошо. Я считаю, что такая мера скорее подействует на игрока отрицательно, чем положительно. И я, например, лучше уйду совсем с проекта, чем пойду покупать випку ради того, чтобы ускорить вот этот вот нудный процесс. Это политика кнута, а не пряника. Я играл на островах, где процесс сбора был полностью автоматизирован. И VIP-участники отличались только тем, что у них был транспорт, который везет, допустим, 1000 слотов, да? А у меня без VIP-ки всего 400. Но собираем мы с ним абсолютно одинаково. И сам процесс сбора ресурсов был полностью автоматизирован. То есть мы заходим на триггер, нажимаем кнопку Windows и можем пойти попить чаю или просто с ним поболтать. Здесь же так не получится. Здесь нужно все время взаимодействовать с клавиатурой и мышью. Не самый лучший способ, скажу вам честно. Но если вы задрот и любитель хардкора, этот вариант как раз ваш. Здесь не расслабишься, не попьешь чайку, здесь надо все время чуть ли не как он махать киркой. Еще один минус подобной сборки ресурсов – это убийство времени. Разработчики, вводя такие моды, не думают о людях. Ведь не у всех есть огромное количество времени. Вы можете посмотреть по часам. В левом нижнем углу реальное время. Выехал сюда, я было час. Ну, час с копеечками там. Сейчас уже прошло 40 минут. 40 минут мы ковыряемся на одном и том же месте. Ну, как видите, я загрузил всего 270. Все, больше сил уже нет у меня. Итак, 40 минут я здесь сижу. Выезжаем на переработку. Вот посмотрим в дневных лучах света, как это выглядит. Видим скалы, да, вот этот песочек. Ну, мы это смотрели ночью, поэтому, может, не все рассмотрели, да, поэтому выглядит это вот так. Ну и все, и сваливаем с этого проклятого места. Единственное успокоение у меня сейчас, это то, что точка сбора ресурсов и точка переработки находится недалеко. Не надо ехать через всю карту. Вот она, точка переработки.
Стандартное место, кстати, в основном на этом месте всегда переработка меди, всегда, на всех картах, и это не исключение. Прикольная менюшка, оригинальная менюшка, я бы даже так сказал. А вот процесс переработки, ну просто тугомотина. Посмотрите, как медленно ползет шкала. Это жесть. Я вот просто чувствую, что я сейчас, наверное, здесь прямо на этой переработке и помру нахрен от скуки и тоски. Я серьезно не понимаю, какие цели преследуют разработчики, когда вводят вот такую вот тугомотину. Вы этим хотите заманить сюда игроков? Добро пожаловать, любители хардкора? Я не понимаю. Ну, вот, как показывает практика, на островах, где все вот так вот сделано долго и нудно, в основном люди заходят, пробуют, ага, ладно, все, я беру ствол, пошел гопать. Потому что гопанье хоть как-то разнообразит твой геймплей. Вот этим заниматься очень сложно. Потому что долго. Очень и очень долго. Это убивает интерес к игре. Ну, вот почему сам разработчик не может взять, например, выйти и поиграть? Вот я набил всего пол КамАЗа. А представьте, что было бы, если бы я еще там присидел, доковырял весь КамАЗ до конца, и еще здесь сейчас его перерабатывать. Ну это же вообще жесть полная. Я вот тут вспомнил, что когда мы играли компанией на одном из островов, там процесс сборки, у меня был тогда куплен вертолет на 1500 слотов. Так вот, сборка ресурсов и переработка занимала 40-47 минут. Мы и то были очень недовольны. Так это 1500 слотов мы собирали. Плюс перерабатывали. А здесь я 40 минут потратил только на сборки половины КамАЗа на 400 слотов. И сейчас вот трачу время на эту переработку. Не, это не серьезно, это очень долго. Надо понимать, что ну, мы все-таки люди, у нас свое время ограничено. Хочется и поиграть, и пообщаться с народом. А ты тратишь время тупо на вот этих точках. Ну и вот мы уже подъехали к точке продажи. Господи, как хорошо, что я не взял Хемита. Там вообще 800 слотов. Давайте быстренько это все дело продадим. Первая продажа у нас прошла, вторая продажа пошла. Я их сейчас сокращаю быстренько, сейчас посмотрим, сколько выйдет. Ну и последняя продажа. Ну, общая сумма вышла 280 тысяч, я бы сказал, совсем не густо. Совсем не густо. И с учетом того, что сосиски здесь стоят полмиллиона, я даже не знаю, как оценить такую экономику. Серьезно, у меня что-то слов нету. И вот, кстати, стоит человечек тоже. Интересный персонаж. Он подольше меня. Он уже, по-моему, второй или третий раз заходит сюда, на этот остров. Я только не спросил, за день это он заходил или 2 дня подряд. В общем, у него та же самая беда, что и у меня. Во-первых, он не может разобраться в карте, во-вторых, он не может найти, что здесь жрать. Я ему сказал, что жатва вот там, он мне не поверил. Я провел его по всем магазинам, чтобы человек убедился, что я не вру. Еды здесь нет. Вот как я бегал, так же и мы с ним побежали. Он не поверил, что нет еды. Прошелся я с ним по всем торгашам. В результате мы пришли сюда. Я показал ему, сколько здесь чего стоит. Считай, вот он так себе, ему сначала показалось, что это 5000 стоит одна. Но нет, я ему объяснил, что это не 5000, а 500 000. Он попал примерно в такую же ситуацию, как и я. Только я поехал на ресурсы, и мне мент помог, а он самостоятельно. Он пошел рыбачить. Он купил баркасик, и на этом баркасике пошел рыбу ловить. Мы с ним разговаривали, разговаривали, я его оставил, попросил меня подождать, побежал купить машинку. Какие-то денежки у меня есть, тем более, что Porsche здесь стоит полпачки сосисек, поэтому недорого. Купил я вот такого вот Porsche оранжевого, на самом деле моделька, ну, чмошненькая, так скажем. И понятно, почему он стоит 200 тысяч. Приборы ни один не работает. Прорисовка так себе. Стекла, как видите, стоят не на местах. То есть не удосужились даже ввести стекла ну, в саму графику. По правой, по левой стороне, везде со стеклами беда. Ну и сама по себе моделька такая. Ни о чем, в общем. Ну, так и понятно, она стоит 200 тысяч, Porsche. Боже мой. Работает этот Porsche как моя кофеварка, блин. Жуткий звук, отвратительный. Но управляется вроде как более-менее. Кстати, ездит она медленнее и тише, чем почтовая машина.
Ну, тише не в смысле звука, а тише в смысле скорости. Так это, пиво я нашел где. Пиво, напитки. Это в баре. К барменше подходишь. А пожрать ни хера. Слышите, что он говорит? Он мне не поверил. Капец, елки. Ну, я еле попить нашел воду, где набрать. То есть этот человек не поверил мне, и пока я ходил за машиной, он сделал еще один круг по тем же торговцам в поисках еды. Но так ничего, естественно, не нашел. Он тоже выпал в осадок от таких цен. Дальше пошла проблема с картой. У него то ли зрение плохое, то ли он, может быть, не очень опытный игрок, но он так и не смог найти, где здесь продается рыба. Я ему показывал на карте рыбный рынок, но бесполезно. Карта очень плохо читаема. И если у человека плохое зрение, ну до свидания, ты будешь мучиться, вот как он. Ну, я не смог придумать ничего лучше, как сделать доброе дело и отвезти человека туда, куда ему надо, продать рыбу. Хотя на самом деле можно было бы нарисовать ему на карте, чтобы он сам туда поехал. Ну, слава богу, это находится недалеко от Ковалы. Те, кто играет, знают рыбный рынок, он на обычном стандартном месте. Ну, я его туда протащил, как, так сказать, на хвосте. Зато данный случай хорошо показывает ту проблему, когда разработчик, создавая карту, не задумывается о людях, пришедших на проект недавно, о новичках. Для них карта – это основной инструмент. Без карты он вообще из Ковалы не выйдет. В первой части этого обзора я показывал, какая карта раньше стояла на этом острове. Она некрасивая, но у нее был один огромный плюс. Большие иконки, и все было разбито по категориям, по цветовым категориям. Ну да ладно, я отвез человека на нужное ему место, где он будет продавать рыбу, дал еще несколько советов и поехал своей дорогой. Но, как видите, у меня выскочила ТС-ка. Такое бывает у меня крайне редко, но вот на этом проекте почему-то так произошло. ТС-ка выскочила, а значит, через некоторое время выкинет и меня. Что поделать, значит, надо выходить. Ладно, на этом будем эту часть обзора заканчивать. У меня еще есть что вам показать, поэтому, наверное, увидимся в следующем видео. А на этом у меня все. Всего вам доброго.